Друзья, я вас всех приветствую. Приветствую всех наших партнеров, всех аукционных брокеров и будущих аукционных брокеров. На связи Давид Резаев. Я сооснователь и председатель Национальной ассоциации аукционных брокеров. Сегодня 31 октября 2018 года. Для нас это знаменательная дата. Ровно 2 года назад мы с моим уважаемым партнером Павлом Сергеевичем Куксенко начали создавать сообщество аукционных брокеров. Спустя 2 года мы являемся лидерами данной отрасли. И самое главное, друзья, мы не следуем стандартам данной отрасли. Мы создаем собственные стандарты. 31 октября отныне будет днем аукционного брокера. С этим я вас и поздравляю. Хочу сказать спасибо каждому нашему партнеру, каждому нашему аукционному брокеру за то, что он носит такую гордую профессию. Да, друзья, это именно профессия. Мы уже подали документы о регистрации профессии аукционного брокера в реестр государственных профессий. Впереди 2019 год. Это будет очень жаркий год, это будет очень активный год. Мы сейчас активно расширяем рынки. Мы сейчас захватываем рынок муниципальных торгов, проблемные банковские активы и так далее. Все аукционы в Российской Федерации, которые будут, они будут, друзья, в Национальной ассоциации аукционных брокеров. И все наши брокеры, собственно, будут и на этом зарабатывать. Хочу сказать спасибо каждому. И, друзья, я вас поздравляю с днем аукционного брокера.